Здорово. Давно я не снимал никаких распаковок посылок, но сегодня случай особенный, потому что за эту посылку я ничего не платил, мне ее просто собрали и отправили, так чисто по-дружески, от души. Отправил мне ее Александр Белов. Александр, тебе привет и огромнейшее спасибо. Ну, там какие-то железки, сейчас посмотрим, какие. Кто такой Александр Белов? Ну, я считаю, что в России это номер один по поеданию острого человека. Ну, а также он лютый разгибатель подков и разрыватель карт. Ссылочку на его канал я оставлю под этим роликом. Сейчас посмотрим, что нам Александр там положил. Посылка 2 с небольшим килограмма. Ну, открыватель из меня, конечно, такой себе. Форды, это я люблю. Так, вот, если серьезно, так, что-то здесь, ёпта, здесь, я знаю, что я прям просто чувствую, руки чувствую через газету подковы. Так, все здесь пусто. Как я и сказал, Александр очень хорошо разгибает данные штуки. Даже я помню, он там без подкладки разгибал, но это как бы вообще, причем хорошая такая подкова-то была, не для начинающих. Здесь какая-то старинная. О, я это все очень люблю. Да, она ржавая, конечно. Вот, но это старина. Ребята, это раритет. Сейчас такую штуку. Блин, может быть завтра. Я не обещаю. Ну, прям мне хочется уже прям сегодня. Но сегодня я после ночи. Как бы надо в себя прийти. Вчера тренил, поэтому каждый день у меня нет столько здоровья. Так что подковка, куда ее положим пока? Вот сюда вот, чтобы было видно. Главное, ничего бы не разрезать. Здесь что, шлёп? О, здесь... О-о-о-о. Блин, вот это я знаю, что это такое. Это... Блин, Санёк, спасибо большое. Я только сегодня получил карты. 12 колод, но не те, на что рассчитывал. А вот эти, по-моему, можно сейчас... Белые, да, карты, которые? Да. Ну, вот так называемые белые карты. Очень... Они прям такие мерзкие. Выглядят они тоже, конечно, как это. В психушках играть только такие карты. Но рвутся они очень тяжело. То есть мне сейчас на подготовку они прям очень хорошо пойдут. И это прям от души, Александр. Ну, супер, я прям должник. Кожа какая-то. Ну, скорее всего, что это кожа, наверное, для подков. Кожа, кстати, у меня моя практически закончилась. Так что, ну, в общем, пацы в любом случае они всегда нужны. То есть, хреновых пац не бывает. Ну, если только это не кордуры, но это чисто мое мнение. Многие, я знаю, кордуры ценят, любят. Вот.
Ну и здесь аккуратненько сейчас так вот, кончиком прям. Здесь у нас стержни. Судя по ощущениям. Так, что у нас здесь есть? Это какие-то саморезы. Ну, я, в принципе, таких в продаже видел. Они очень маленькие, не знаю. У Александра спрошу. Ну, на реверс, может, зайдут. Может, не на реверс, может, это дичь какая-то. Вот такие странные железки. Будет видно, вот, будет видно рисунок вот такой вот непонятный. От каких-то птеродактилей, блин, железо. Не знаю. Это, скорее всего, девятка. Замерять я сейчас не буду, но на вид это девятка. А длина, наверное, 180, нет, длина 200. 200. Ладно, спрошу, что это. И узнаю, стоит ли мне отрезать или бороться вот в такой длине. Потом. И это вот у нас, это тоже либо девятка, либо 8,8. То ли это гвозди какие-то, похоже на гвозди. Ну, не знаю. Так. Ну, здесь уже стандартные, да, длины идут. 180, 180. Лютый квадрат какой-то. Со сторонами 8,8. Про него мне вот Александр говорил. Сказал, для оверхенда пойдет. Что-то я прям боюсь. Квадраты это всегда жестко. Ну, этот точно жесткий. Он, по-моему, из стальной хват России его отсылал. Это больше похоже на восьмерочку. Тоже, скорее всего, наверное, это гвозди какие-то. Блин, ну круто. 180 длиной. Еще раз огромное спасибо, Александр. Буду должен. Ну, посмотрю, может, тоже соберу чего-то. Не знаю просто. Я знаю, что любитель подков. Посмотрим. Все, ссылочка на Александра будет под роликом. Так что добавляйтесь, смотрите его видео. Очень классный малый. Очень классно все сгибает. Пробует остро. И что очень важно, это делает без каких-то либо понтов там. То есть все очень прям четко. Все по делу. Мало сейчас таких осталось, так что смотрите, а я буду пробовать вот эти вот железки все одни.